скажи, наверное, самая такая получилась уверенная игра из четырех в серии, за счет чего такой победы хорошей достигли? Ну, не то, что уверенно, просто забили сразу большинство подряд, и три шайбы. Может быть, так показалось, а так у Барска были пару моментов неплохих в первом периоде. Костя выручил вовремя. Ну и при счете 3-0 старались избежать таких ненужных удалений, которых в последнее время очень много. Где-то здорово в меньшинстве сыграли. Ну, все-таки в равных составах Амуру очень мало что позволяли делать. В меньшинстве выглядели очень уверенно. Видим все-таки прогресс команды по сравнению там, с первым, со вторым матчем. Ребята закрепостились, может быть, чуть-чуть все-таки, так сказать, ну, вроде выигрывали, Кузьмин проиграли. Но сейчас пошло, и так ребята чуть раскрепостились. Первый гол ты забил прям на такой паузе. Расскажи, как там все было? Ну, Том протащил шайбу, полез на ворота, там сбил всех, я что-то добил ее, да и все. Ну то, что не первый раз, что как бы в межсезонье тоже так часто было, что первый период очень мощный, забиваете много шайб, и в принципе вот на этом преимуществе уже всю игру играете. Ну когда в счете ведешься, да, обороняться легче, чем атаковать, поэтому преимущество было, и где-то, может быть, играли попроще, и, наверное, играли поактивнее, поэтому у Амура были удаления, было большинство, и они, наверное, может, побольше сил потратили. 9 очков из 12. Как результат? Ну, всегда хочется по максимуму, но уже забыли эти игры, готовятся к выезду.